О, запись пошла, наконец-то. Продолжаем без звука. Привет всем людям, которые продолжают меня смотреть. Вот, пошла, глюки пошли. Когда шли глюки? Из-за чего глюки? Я реально не понимаю, из-за чего глюки в записи. Возможно, пушу. И, кстати, да. А я просто скажу. Да, три. Да, я с помощью в шапке там, видео посмотрите с ленточками. Там, я рисовал слова. Дичку, а телефона еще рядом не маю. Ой, собака, придется, значит, телефон. Видеоурок, а то будет тянуть время. Так. Ну, возможно, сегодня попробуем, если я найду этого прополковника. А, господи, я понял. Новости по учебе. Что делать? Что я хотел? Господи, уже совсем башка не варит, а? Я ж видео записываю, надо работать. Так вот, это мы взяли, зачем в Телеграм зашел, я вспомнил. Избранные. От топота копыт. От топота копыт. Сильно. Поробка. Орехи, орех, просто. Ну, вообще, просто и орехи, это такая тема,
когда я на самом деле говорю скороговорку почти идентично. Поэтому тут сложно. Нужно не записывать просто. Потому что там ради одной секунды возможно это записывать, ну так и. Вот, правильно. Ладно, давайте. От топота копыт пыль по полю летит. То послали синие с нанесением, головол синие с лукошку у моей крошки, да скакал, да не все так сказал, рассказал, что на 33 крабли лавировали, да не лавировали, что Прокоп не варил свою кровь, а съел малыша всю сыворотку, без простокваши. Скакал, да не все так сказал, рассказал, что на 33 крабли лавировали, да не лавировали, что Прокоп не варил свою кровь, а съел малыша всю сыворотку из-под простокваши. Да еще и пироги с грибами, чтобы держать язык за зубами. Прокоп-то держал, а синя все болтал, да болтал, да и вздремнул. Вздремнуть не вздремнул, срапнул, да присвистнул. Так. Остался копыт, пыль по полю летит. Попослали синя с донесением, голова у синей с колкошка, а ума не крошки. Доскакал, да не все так рассказал. А сказал, что не зависит цари, корабля лавировали. Да не вылавировали, что Прокоп не варил свой укроп, а съел малаши, всю сыворотку из-под простокваши. Да еще и пироги с грибами, чтобы держать за зубами. Прокоп-то держал, а синец и болтал, да болтал, да и вздремнул. Вздремнуть не вздремнул, схрапнул да присвистнул. От топота копыт пыль по полю летит. То послали синий с донесением, голову синий с лукошкой, а ума не кружки. Да как это сказал, да не все так рассказал. Рассказал, что не 33 корабля лавировали, да не лавировали, что Прокоп не варил свой укроп, а съел амбалажу и сыворотку из-под простокваши. Да еще и пироги с грибами, чтобы держать язык с зубами, Прокоп-то держал. А снялся болтал, да и вздремнул. Вздремнуть не вздремнул, скрапнул, да бесвистнул. А то пока копыт, пыль по полю летит, то пошла и синя с донесением, голову синя с лукошка, а ума не крошки. Да скакать, да скакал, да не все так рассказал. Я сказал, что не царицы, цари корабля, лавировали, так и не было, да не было, говорили. А что Прокоп не варил с собой укроп, а съел малаши всю сыворотку из-под простокваши. Да еще пироги с грибами, чтобы держать язык за зубами. Прокоп-то держал, а синя все болтал, да и уже дремнул. Быстро дремнул, не больше дремнул, схрапнул, да присвистнул. От топота копыт пыль по полю летит, то послали синя с донесением, голову синя с лукошкой, ума не крошки, доскакал, не все так рассказал, рассказал, что 33 корабля лавировали, так и не вылавировали, что Прокоп не варил свою кровь, съел малыша всю сыворотку из-под простокваши, да еще пирог с грибами, чтобы держать за зубами, Прокоп-то держал, синя все болтал, да и вздремнул, вздремнуть не вздремнул, схопнул да присвистнул. Давайте начнем с пробки, естественно. А то Прокопыт пыль по полю летит, то послала синя с донесением, голова синя с волковского ума не крошка, доскакал, да не все так рассказал, рассказал, что не садится три корабля, лавировали, язык и не вылавировали, что Прокоп, стоп. А то Прокопыт пыль по полю летит, то послала синя с донесением, голова синя с волковского ума не крошка, доскакал, да не все так рассказал. Рассказал, что не садится три корабля, лавировали, зэка не вылавировали, что Прокоп, ах ты собака, ах ты курва. А то бы так обыть, пыль по полю летит, что послали синий с занесением, голову синий с кукошка, а он не крошки, заскакал, не все так рассказал, рассказал, что не зарится цари корабля, лавировали, да не вылавировали, что Прокоп не варил свой укроп, а съел малаш и сыворотку из-под простокваш, да еще и пироги с грибами. А то Прокопыт пыль по полю летит, то послали синий с донесением, голову синий с колкошка, а ума не крошки, доскакал, да не все так рассказал, что не зависит три корабля, лавировали, да не вылавировали, что Прокоп не варил свой укроп, а съел у малаши всю сыворотку из-под простокваши, да еще и пирог с грибами, чтобы держать язык зубами. Прокоп продержал, а синий все болтал, да и заремнул, уж заремнуть не заремнул, схрапнул да присвистнул. Thank you.
28 секунд, это много. А сколько было изначально? 11 секунд разница. Орехи. Тут секунд 20 максимум будет. Хотя хреново. Сколько бы мир полон сюрпризов. Сбросить? А то так вот по полю не летит, то послались не с донесением, голосовался не с лукошку, а маме крошки, да скрытал, мне все так рассказывал. Я сказал, что не 300 рублей, а лавировали, да не было вырубали, что Прокоп не варил свой кров, съел малыша, все собратку из пудрости кваша, да еще пирог за ведбами, чтобы держать язык за лобами, только подержалась, ему заболтал, заболтал, да и взрывнул, взрывнул, не взрывнул, схрапнул, да присвистнул. 19 секунд. Можно и лучше, на самом деле. Орех. А то после копыт, то и попу и летит, то пошла и синим с донесением, голова у синей селкотска, а у мамы крошки, за сколько я дискрытал, да не устал, как я сказал. Я сказал, что не через часы, когда было, лавировали, да так и не было, ай-яй-яй. А то пока копыт, то и попу и летит, то пошла и синим с донесением, голова у синей селкотска, а у мамы крошки. Дескакал в ней, ах ты сука. А то под копыт выпал улетит. Попасала я сильно с донесением, голова у синей селкошка, а в моей кровске. Дескакал, я не все так рассказал. Дескакал, что не светится теории корабля. Лавировали, да не было вырвали, что Прокоп не варил свой кров, а съел малыш и всю сыворотку из-за простокваши. Да еще пироги с грибами, чтобы держаться зубами. Прокоп удержал, с ней все болтал, заболтал, да и вздремнул. Вздремнул, не вздремнул, скрапнул, да присвистнул. Ну не может быть, 31 секунда, не может быть пробка лучше, чем, быстрее, чем орехи. Разница в 3 секунды, это слишком, нет, орехи, пробки надо заново, пробка надо заново. Тут как бы БТВ понятно. А то так копыты были по полю летит, а послались мне с донесением, голова снесла кошку у мани крошки, да как я сказал, не все так рассказал, рассказал, что не 3 корабля, лавировали, да не так и не улыбали, что Прокоп не варил свою кровь, посылал малышам средства в ротку из вопроса кваши, Прокоп лавер болтал, а с ней был. Ой. А то так копыты были по полю летит, а послались мне с донесением, голова снесла кошку у мани крошки, да скакал, не все так рассказал, рассказал, что не 3 корабля, лавировали, да не лавировали, что Прокоп не варил свою кровь, сделал малыш все собрать из простокваши, да еще и горячий пирог с грибами, чтобы держать язык за зубами. Прокоп держалась, и все болтал, обалдал, да и взремнул. Взремнуть не взремнул, схрапнул, да присвистнул. 17 секунд. Но мы можем лучше, если честно. Давайте заново. А то по трепет при попрыгите, то послали синий занесение, он голову синий с кукошкой у мани крошки, ты досыхать сказал, мне все так и сказал, рассказал, что не 33 корабля, лавировали, да не вылавировали, да, что Прокоп не варил свою кровь, посел малыш, все зубы, как из твоей просто кваши, а еще пироги с грибами, чтобы решать язык за зубами, перев... Ай... А то по трепет при попрыгите, то послали синий занесение, он голову синий с кукошкой у мани крошки, ты досыхать сказал, мне все так и сказал, рассказал, что не 33 корабля, лавировали, да не вылавировали, что Прокоп не варил свою кровь, посеял малыш всю сыворотку из простокваши, да еще и пирог с грибами, чтобы держать их за зубами, Прокоп держался, не все болтал, оболдал, да и загнул, загнул, не загнул, сравнул, да присвистнул. То же самое. То же самое. Пробка. Пробка. Пробка надо лучше. Пробка плохо. Прям плохо. Сколько пробка? 28. Надо, чтобы было 24 где-то. А то после копыта по полю летит, то пошла я синим с донесением, голову синим с колокольска, а у моей крошки. Я здесь какая-то застукал, мне все так рассказал. Рассказал, что не садится 3 корабля, лавировали, да не вылавировали, что Прокоп не варил свою кровь, пошел малыша с сыворотку из простокваши, да и пирог с грибами, чтобы держать ее за зубами. Прокоп продержал, синим соболтал, болтал, да и взглянул, взглянул, не взглянул, как будто присвистнул. 24! 24! 24. Что теперь пробку попробуем? Что теперь орехи попробуем? Вдруг у нас
получится сделать быстрее, чем просто. Забросить? А то так вот вы поблюдите, то встали с незнесением, голову синий с кукушком, а не крошки, без крови до скала, не суток расцвел, разорожен 300, как дела, грубля, 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 собрак опонурил свой гроб, посылал младший собрак, то есть попасть ваше, лишь и порог за губами, чтобы обожать их за зубами, прокоп подержался, не поболтал, да болтал, да вздремнул, вздремнул, не вздремнул, скрафом да присвистнул. Одна секунда разница. Ну, вообще звучит справедливо на самом деле. Горький орех. А кто пошла копытку и попылится, кто пошла и синю с донесением, голубал синий с лукошкой, а у маникошки, я все как бы стыкал, мне ничего так рассказал, рассказал с ней 430 корабля, лавировали, да не лавировали, что Прокоп не варил свой укроп, а съел малышцы сибирску из подпашек ваш, да и что-то общий зубами, чтобы держать от жизни за зубами, Прокоп держал, а синий с лукошкой, 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 вздремнул, вздремнул, не вздремнул, скрапнул, да присвистнул. Ну, секунда разницы, да, секунда разницы. Ну, мы, кажется, отвоевали результаты, ну да, нормально. Что-то надо написать ню. Мы рыцари, говорящие ни. Не. Да, откуда же это? А. Властелин колец. Б. Меч короля Артура. В. Крестовый поход. Г, да? Г, да, следующий Г. Монти Пайтон и Священный Грааль. Выбирайте в комментариях, естественно. Так, ну что ж. Да. Эх, почему? Ой, столько на самом деле стёба из этого всего. Ютубного и тиктокерского стёба существует. На башке постоянно. Ну, меня можно назвать ютубером, но тиктокером туда меня не затащишь. Туда меня не затащишь. Пока я так думаю. А, да. Как старый дед. Что я хотел? А, про это. Командир. Говорил про полковника. Командир говорил про полковника, про полковницу, про подполковника, про подполковницу, про поручика, про поручицу, про подпоручика, про подпоручицу, про подпрапорщика, про подпрапорщицу, про подпрапорщик. Про прапорщика, про прапорщицу, про подпрапорщика, про подпрапорщицу промолчал. А. Тю. Такая короткая. Привет. Прикол, сложная скороговорка. Так и назову. Это видео. Прикол, сложная скороговорка. Анекдот. Шутка. Несложно. Командир говорил про полковника, про полковницу, про подполковника, про подполковницу, про поручика, про поручицу, про подпоручицу, про подпоручика, про подпоручицу, про подпрапорщика, про подпрапорщицу, промолчал. Говорил, что у гусыни усов еще ничьи не сычешь, что чешуя усички щенку чушки, около колокола, что у вас и не усыщи, а усики. Я снова жил. А. Не. На. Ну, у нас же, кстати, следующее, это 10 минут не дальше этим заниматься. Вот этим вот
на скорость всех этих пунктов, а потом все это будем долбать, то тут такой анекдот под названием происходит то, что мы пришли к командиру опять-таки. Что у нас следующая скороговорка — это командир. Вот. А я как раз про него вспомнил, да? Что командир, тут пробка 19, а рейд тут фантастические результаты. Когда человек достигает таких результатов в игре в бридж, ему стоит ехать на международный турнир по бриджу, всемирный турнир по бриджу. Этот человек способен думать. Командир, пробка 19, орехи 12, орех 22, просто 10. Зачем я взял ссылку на Юрия Митрофановича, если никто не играет в бридж? Никто ж не знает. Надо знать, это великий человек. А то, командир говорил про полковника, про полковницу, про полковника, про полковницу, про прапорщика, про прапорщицу, промолчал, говорил, что оценился вообще ничего не слышишь, что-то молчушки около кулакула, что оценился не сейчас усики. Так, ладно. Вот по поводу командира, так как у нас командир уже был, вот как раз все складывается. Все вот так вот. Куда падает, не падает. Все прямо так вот, как пазлики Лего. Вот тут пупырка, а вот это вот. Вот так все складывается. Отлично. А, что, короче, будет командир полвыпуска, а потом, ну, как это вот, из этого всего цикла. А потом вот это вот командир говорил про полковника, про полковницу, про полковника, про полковницу, про прапорщика, про прапорщицу, про... Нет. Командир говорил про полковника, про полковницу, про полковника, про полковницу, про поручика, про подпоручицу, про подпоручицу, про поручика, про поручицу, про подпоручика, про подпоручицу, про прапорщика, про прапорщицу, про прапорщика, про прапорщика, про прапорщицу, про прапорщика, про прапорщика, про прапорщицу, про прапорщика, про прапорщика, про прапорщика про прапорщика и про прапорщицу, про прапорщика, про прапорщика, а про прапорщицу промолчал. Это сложно, я понимаю смысл, но я настолько уже задолбал эту скороговорку с командиром, что капец. Потом далее надо искать, будет каждую скороговорку надо искать еще и украинские скоромовки. На українській мові, бо як це так? Як ти ми не зважаємо свою культуру, то це неправильно, то треба не так, не треба так робити. Ото плохо, то погано. Оце неправильно, я вважаю. Ото треба то знайду, і у нас продуктивне буде наступне відео. Тому що там дуже багато чого буде. Буде просто тупо контент. Тупо. Я считаю, а ради того, чтобы увидеть следующее видео, стоит подписаться и поставить колокольчик. И чтобы оно вышло быстрее, чем в час ночи, нужно поставить лайк. Ну, тут, конечно, я не гарантирую, что оно будет быстрее, но можно попробовать. Командир говорил про полковника, про полковницу, про подполковника, про подполковницу, про подпрапорщика, про подпрапорщицу промолчал. Говорил, что у гусеницы вообще ничего не слышишь, что чешуя ушечки и щенка учушки, около-кола-кола-кола, что у гусеницы не слышишь усики. Командир говорил про полковника, про полковницу, про подполковника, про подполковницу, про подпрапорщика, про поручицу, про подпоручика, про подпоручицу, про подпрапорщика, про прапорщицу промолчал. Говорил, что у гусеницы вообще ничего не слышишь. Слышишь, я ручки щенку чушки, около кола-кола-кола, что оценил все чаусики. Что вообще делают поручики? Потому что единственное, что я знаю про поручиков, это поручик Рыжевский. Анекдоты там всякие. Ромбаум. Поручик. Мам, кого? Пару. Поручик. Вот. Видео, кстати, еще и познавательное. Чин, воинское звание младшего офицерского состава, соответствующее званию лейтенанта. Поручик, чин, воинское... А, ну понятно.
Старшее звание. Штабс-капитан, штабс-торпсер. А, штабс-капитан, штабс-торпмистер. Аналоги старший лейтенант. Младший лейтенант, мальчик молодой, все понимают, ты он с тобой. Я сегодня понимаю. Ладно. Что ж, пора заканчивать уже. Лимит исчерпан. Какой лимит? Такой. Нормальный такой. Лимит исчерпан. Все. Давайте. Подпишитесь на канал. Столько есть.